755 пострадавших во время январских событий предпринимателей получили компенсацию на возмещение ущерба. Помощь от государства оказали представителям сферы торговли, владельцам бизнес-центров и объектам общепита. Общая сумма финансовой поддержки составила 2 миллиарда тенге. Об этом заявил директор городской палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов. Он также отметил, что в палате разработали ряд мер для оказания бизнесу экстренной помощи. Среди них возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 миллионов и компенсация оплаты услуг адвокатов. Такие инициативы позволят сократить срок рассмотрения заявок от 1 месяца до 2 недель, отметил Кошмамбетов. Если у предпринимателя по оборотам сумма показывает ту сумму, которую удовлетворяет заявку, то есть действительно ту сумму, которая была указана в ущербе, и это не превышает 10 миллионов тенге, то комиссия получает подтверждение из налоговых органов и утверждает к выплате.